Здравствуйте. Прикупил я тут недавно ствол ореха, и в этом видео я хочу показать, как из такой заготовки можно сделать емкость, ну, к примеру, для хранения кофе. Ну а прежде чем устанавливать заготовку в токарный станок, надо отрезать от этого ствола часть с торцов по причине того, что здесь имеются трещины. Что мы сейчас и сделаем.
Thank you.